Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и поздравил его с убедительной победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане. Глава азербайджанского государства расценил эту победу как поддержку народам политики, проводимой в Узбекистане под руководством Шавката Мирзиёева. Президент Узбекистана поблагодарил за поздравления и проявленное внимание. В ходе телефонного разговора президенты подчеркнули успешное развитие дружественных и братских отношений между двумя странами в различных сферах, отметили важность взаимных визитов и контактов между главами государств и на других уровнях, выразили удовлетворение высоким уровнем реализации достигнутых договоренностей и принятых решений по дальнейшему расширению сотрудничества. Президент Ильхам Алиев пригласил Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан с государственным визитом. Приглашение было с благодарностью принято. Сегодня же глава азербайджанского государства направил также письмо Шавкату Мирзиёеву, в котором поздравил его с блестящей победой на внеочередных выборах на пост президента. «Мы придаем большое значение всестороннему развитию азербайджано-узбекских отношений, построенных на таких прочных основах, как общие историко-культурные корни братства», написал президент Ильхам Алиев.